Здравствуйте, уважаемые зрители! И вот новое видео «Муфельная печь для золота и серебра». Что нам понадобится для ее изготовления? Лично я взял шамотный кирпич, абсолютно новенький. А это вольфрамовая нить. Графитовый тигель купил в ювелир-магазине. Это сверло Форстнера, победитовое. Оно нам понадобится для отверстия в кирпиче на 48 мм. Асбестовый лист тоже понадобится. Ну что же, приступим. Особо говорить больше не о чем. Видео очень подробное, и вы все поймете, просто его просмотрев. Где надо, я добавлю комментарии. Вот, все отмерил. Отметил и подготовил для сверления. Но сразу вам скажу, так как я уже знаю результат, с дрелью ничего не получилось. Сперва шло ровно, но потом пошло криво. И я решил сделать отверстие при помощи своего самодельного токарного станка. Что нужно было сразу так и сделать. Для вас прошло пару секунд, а для меня пару часов. И вот на быструю руку смастерил вот такой держатель для кирпича, чтобы ровно просверлить отверстие.
Ну вот, мой терминатор прекрасно справился со своей задачей. Прошло минут 10, и все готово. Все ровно, так как я планировал. А другая испорченная половинка все равно пойдет в дело. Не страшно. Эти выступающие болты пришлось срезать на месте, так как они начали задевать токарный патрон в процессе сверления.
Итак,
Вот что у меня наконец получилось. Это пойдет прямо на корпус. Плюс. А это минус. А в качестве генератора я буду использовать инверторную сварку. Все обычной глиной замазал. Осталось вставить в каркас и испытать. И вот мы подошли к самому интересному. Приступаем к испытаниям. Первые 15 минут я включил свой инвертор на самый минимум, 15 ампер. Дальше я добавил еще 5 ампер, и лучше я бы на этом остановился. Все шло нормально, разогрев начался, и я даже решил для начала расплавить бронзу. Минут 25 прошло, и мне казалось, что разогрева недостаточно, но он только разогревался, и мне нужно было просто подождать. Я совершил большую ошибку и добавил еще 4 ампера, и спираль перегорела. Как потом выяснилось, глина, которой я все внутри замазал, не выдержала температуры и расплавилась как стекло. Напоследок добавлю от себя. Сильно я не расстроился. Все равно все получилось. Мы еще продолжим над ней работать. Спираль поменяю. Расплавим бронзу, медь, золото и так далее. Еще будет продолжение. В следующий раз постараюсь не превышать больше 15 ампер. И также добавлю ряд дополнений. Если кому любопытно, на все про все у меня ушло 3 дня. И $50 на ее изготовление. Спасибо всем за внимание. А на этом конец. Ждите продолжения. Пока.